Люди пришли к выводу, что стресс – это часть их жизни. Стресс не является частью вашей жизни. Просто вы не знаете, как управлять своим телом, умом, эмоциями или жизненной энергией. Все происходит случайным образом. Если все происходит так, как этого хотите вы начинаете понимать, что вы должны это спроектировать. То же самое и с вами. Никакой внутренней инженерии для вас не было сделано, не так ли? Все у вас происходит случайно. Сейчас я говорю о том, чтобы создать внутри вас правильную химию, при которой для вас будет естественно быть умиротворенными и жизнерадостными. Эта программа, которая изменила жизни миллионов, состоит из 7 шагов. Это инструмент. Это не философия, не идеология и не новая религия. Это технология.